Мы находимся с вами в частном доме. Сейчас рассмотрим несколько домиков. Здесь огромный сад. И на территории находятся три больших одноэтажных домика. Домики двухкомнатные. Сейчас цветет пальма. Сегодня 16 мая 2013 год. Спускаемся вниз к маленькому коттеджу. Самый интересный момент. Вот такие огромные цветущие розы. Глория называется роза. Идем по маленькой аллейке. Тенистость большая. Сад уже большой, огромный. Где-то соток 35-40. Такие пальмы. Этот коттеджик отдельно расположен в глубине сада. Уютная, хорошая беседка с освещением. В вечернее время можно сидеть, отдыхать. Летняя кухня. Где можно приготовить еду, в беседке кушать. Вот такие цветущие розы. В этот коттеджик есть отдельный вход, дополнительный. Вот по этой тропинке есть выход. Ознакомимся с самим коттеджичком. Маленький холл. Отдельно стоящие комнаты, раздельные, двухкомнатные. Первая спальня. Включаем свет. Диван, софа. Зеркало. Постельные принадлежности. Из окон вид на беседку и в сад. Здесь фруктовый сад. Номера кондиционированы. Везде частный сектор, частное домовладение с кондиционером. Входим во вторую комнату. Кабельное телевидение. Включаем свет. С балконом, с беседкой. Необходимая мебель. Очень комфортная кровать с ортопедическим матрасом. Небольшой балкон, где может семья расположиться, отдыхать. Фруктовый сад. Цветущие розы. Ну и выход. Отдельный выход. Спуск к берегу буквально в 3-4 минутах. Но подниматься может быть где-то 5-7 минут. В зависимости от того, как гости могут передвигаться. Выходим в маленький холл. Здесь стоит холодильник. Бойлер электрический. Душевая кабина, туалет. Вытяжка есть.
очень чисто. Горячая холодная вода постоянно. Очень красивые цветущие розы. Приглашаем в гости в частный сектор в 5-7 минутах от берега, поселок городского типа Гурзуф. Но сегодня в горах легкий туман, море сейчас интенсивно прогревается.